Доброе утро. Доброе, свежее утро. Прекрасное, освежающее утро. Вы можете мне сказать, утро не бывает добрым, не бывает злым. Утро никакой. На этот вопрос, как, ну, плохой ученый, но все равно ученый, который исследовал очень долгие годы и много-много раз, могу сказать, одно, мои хорошие, какие у вас мысли, какие у вас чувства, какие у вас настроение, окружающий мир реагирует на вас в буквальном смысле. Событий будет происходить, исходя вашего настроения. Да, не все в мире происходящее зависит от нас, но есть огромное количество такие, можно сказать, далеко идущими последствиями событий, которые имеют прямое отношение к нашему настроению, нашим мыслям. Да, мир, в окружающем мире имеет свою статистику, что-то с утра язык не сворачивается, свою незыблемую, с точки зрения в отношении человеческой жизни, устои, как, например, горы, как это деревья, но что между ними происходящее, с живыми организмами, с людьми, мы имеем в прямом отношении, буквально взаимосвязь. И происходит и будет происходить мистические события. Каково наше настроение? Такова событий, не меньше, не больше. Так что, если вы не чувствуете, если вы не хотите ощутить, что утро доброе, вы заставьте себя смотреть на мир с надеждой, с верой, что будет все хорошо, несмотря ни на какие трудности, несмотря ни на какие натиски на вас, на вашу жизнь, на вашу судьбу, вы, пожалуйста, поставьте свой настрой. Поставьте свое намерение, свою мечты и окружающий мир со своей эластичностью начнет подаваться. Да, мои хорошие, я вам не сказку рассказываю или какие-то фантазии. Я вам рассказываю буквально то, что есть. Удивительно. Удивительно. Бесконечно удивителен этот мир со своей, как бы, отрешенностью от нас. Но одновременно
привязаны мы к ним, а не к ним. И они к нам. Так что, если у вас будет плохое настроение, вы будете вызывать плохие события. Если у вас страхи, вот эти страшилки один за другим будет сбываться. Потом будете стучать лбом об стену, говорит, я так знала, я так знал. Чушь собачья, вы так сделали. Вы сотворили. Научно. Многие учеными установлено. Мы часть этой вселенной, изменения в нас отражается в окружающем мире. Изменения в окружающем мире отражается. Доброе утро. Доброе, прекрасное, плодотворное утро, где успех во всем, удача во всем, благодать во всем будет идти навстречу, несмотря ни на что к вам.